Хотелось бы поговорить по поводу ремешка, который я приобрел не так давно. Ну, что касается стирки. Вот он после стирки. Как новенький. Стирал я его нещадно щеткой средней жесткости. Сейчас поменяем. В процессе носки, конечно, да, забивается очень сильно данный ремешок остатками мыла там. Ну, в общем, процесс носки очень сильно видно, скажем так, на внутренней стороне, но не на наружной. На наружной забивается, но более-менее умеренно. Очень удобный. И очень хороший. Я бы даже сказал, что самый лучший. По поводу самого ремешка. Могу сказать, что можно, конечно, прикупить и еще один, но надобности в этом нет особой. Так, разве что другого цвета какого-то. Ссылка на него будет в описании. Я думаю, достойная вещь. Ну, как бы не вытерся, цвет не поменял. И это очень сильно радует. По поводу накладки безеля со стеклом, тоже можете прочитать ссылку в описании. Пока, всем пока. Заказывайте на Алике. Так дешевле, реально дешевле.